Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности главы правительства Николу Пашиняна на пост премьер-министра. По закону, если парламент дважды не выберет премьера, в стране должны состояться внеочередные парламентские выборы. Для их проведения Никол Пашинян 25 апреля подал в отставку. В ходе голосования парламента за избрание премьер-министра 75 депутатов правящей фракции воздержались. Один проголосовал за, трое против, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Если в ходе второго голосования парламент снова не примет решение, то он будет распущен. Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня. Решение об их проведении было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Сам Никол Пашинян называл это лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации.